Сюсем, мен шизон. Ой, будем еще находить праздники. Готовы увидеть на своих экранах. Как называется он. И... Это он государственный праздник в стране нашей. Он один из самых молодых праздников государственных. Он, по-моему, где-то, трудно сказать, в 91-м, где-то, в 92-м годах. Ну, то есть, приедет, не знаете, кто такой он. Если вы не знаете, посмотрите. Итак. Я вам сказал, как он появился, в каком году. О таком празднике мало сведений. Вот. Все, пытаюсь рассказать все. Все, что нашлось найти в нем. Это праздник День России, 12 июня. Как видите на своих экранах. Он означает, что в этот день и в этот месяц наша страна была независимость, как бы говоря. Приедется не был этот указ. Он же был первым избранным президентом. Где-то в 91-м годах. Ну, еще в этот день было, с того, как он государством стал, праздник День России, еще в этот день был впервые избран президент нашей Российской Федерации. Наступил то ли в 92-м. А всего их было выборов где-то, если брать 4, то будет 2 раза выбирали за прошлый десятилетие. Ну, можно сказать, группу 3. Просто еще в годах нулевых убирался. Это был стал президентом в годах нулевых Владимир Владимирович Путин. 2 раза до него убирался Ельцин. Так, вернемся к 12 июня, День России. Это был, как бы сказать, сверный шаг принятия этому государству. Этому празднику. Он, кажется, в нашей России, может, и в других странах, этот свой день другой будет, и название праздника по-другому. Ну, понятно было, это, например, вот число, например, 13-го, 12-го месяца, декабря, допустим, день США, например, допустим. Вот такие, у каждой страны свое число, свой месяц, празднование дня своей страны, независимости. А если такого праздника нету, значит, конституционной стране не живете,
Можно сказать, еще какой-то не в правой стране. Независимую, ну, может считаться независимой вашей страной, если такого праздника нет. Самого государственного праздника такого. А если есть, значит у вас это все есть. Ну, напоследок хочу сказать, будьте индивидуальностью, независимым людьми, не будьте зависимы от кого-либо, решайте сами, думайте сами, а не по чьим-то указкам. Идет Украина, например, и Запад, кроме Беларуси и России. Потому что они немножко к Западу относятся. Если понравилось мое видео, все, что я говорил в этом видео, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте в описании и не забываем лайки ставить и оставляем комментарии и не пропустите мое следующее видео 1 июля. Там до вас будет сюрприз. Всем пока.